Итак, привет всем моим подписчикам. Теперь обращение номер 2. Первое я записывал. Значит, обращение номер 2 к тем, кто специально провоцирует полицию в России. Еще что делают эти идиоты? Я не знаю, для чего, лайки хапануть или еще чего-то, или подписчиков набрать. Не знаю. Выводят семью с детьми, детей еще возьмут. И без масок выходят на улицу. Их полиция задержит. Они начинают сами грубить, потому что по видео это ясно видно, что начинают сами грубить полицейским. После полицейские их, естественно, грубо заталкивают. И у меня вопрос, нахера это делать? Тем более вы начинаете полицейскому грубить при ребенке. Ребенку этим наносите стресс. Нахрена это делать? Вы идиоты совсем или совсем ебнулись? Или упали с самосвала, тормозили головой? Хер вас бы знает. Зачем это делать? Я вообще этого не знаю. И не пойму, для чего это делается. Я тоже, я в Болгарии живу, в Софии, я хожу в маске, я не провоцирую полицию и не буду брать, например, внука или внучку и идти специально провоцировать полицейских. Потому что можно штраф получить, еще раз скажу, влево штраф, так как у нас в Болгарии лево, 5000 лево, в евро 2500 евро. Вот так вот. Второй раз провоцируешь, получишь 2 года. Срок будет 2 года. Вот так вот. Вот тем, кто такие видосы пускает в Фейсбуке, в Одноклассниках, вот такую вот хрень, надо продлить карантин на 2 месяца. И пускай думает, чем он будет после семью кормить. Я не знаю, вообще не понимаю, что за хрень. Просто какой-то идиотизм. Издеваться над детьми, над своей семьей, а потом думаете, что и как. Ой, штраф назначили, теперь как я буду жить, как мне прокормить семью и так далее. Подумайте своей головой, своим серым веществом. Или у вас от сидения дома уже серое вещество через задницу вытекло? Тогда понятно. Моим подписчикам здоровья, счастья и удачи. Ну, а дуралеям я не знаю что. Мозгов нету. И пожелать, чтобы они их напрягли и подумали.